Иду в Мекку за подарком мужа и вижу Викторию Харлабидоу. Здравствуйте, Виктория. Виктория, автограф. Уйдите от меня. Автограф. Отойдите от меня. Я буду кусаться. А, ну что, подарок мужу покупаем мы с Викторией моему. Опять. Мы все время вместе покупаем. А, я выбрала для него аромат от Лилаба, потом покажу какой. А, и сейчас пойду пробовать Шантекаль. Меня попросила девочка сделать сводчи. Поэтому сейчас подойду и попрошу их сделать сводчи на моей руке. Дошли с Викой к Hourglass. Что ты хочешь, Вика, сказать? Белочек хочу. Я? Шикарная тушь. Ой, тушь. Кисть. Кисти, Hourglass. The best. Мне нравится. Я сказала обманите. Вот это, да? Нет. Это контур. Она не вытаскивает. Но она вообще для всего. А какая это? Нет. Бэксун. У тебя бэксун. Да, у меня бэксун. Она такая толстенькая, полненькая. Вот похожа на эту. И такая хорошая. Хорошая? Ну, пойдем дальше покажем, что тут у нас продается. А Hourglass, конечно, вещь. Нарс. Мне нравилось. Очень нравилось. А сейчас не нравится? Ты знаешь, мне не то, что не нравится. Вот сейчас я нашла это. Это греческая фирма, Корес у меня. А так у Корес, меня... да, Корес. Вот это не снимается. Вот. Я с утра, рано с утра, еще пила кофе и жрала. Да. А вот это вот? Да. Yeah, we already bought everything. Thank you. We just make little block. Thank you. Вот эти вот все карандашики были, но они быстро слезают. Но вот краски, пигмент... Ну, они шикарные. Они классные. И вот эти карандашики, которыми ты глаза подводишь. Вот мой. Это мой. Оксака. Нет, Осака? Это Корфу. Оксака. Оксака. Это вообще на каждый день. Нет, это все у них Корфу. Это ты как каялом их делаешь и как тенями. Типа, бледно-коричнево-серое. Я же вожу с как... И пошла Фрида Кало. Кремики я тебе хотела показать. Вик, крем мне так понравился. Какой? Я вот у меня... Я же Перикон МД купила себе опять. Да, я видела. Сюзан Кауфман. Австрийская... Да, австрийская компания. У нее свой отель СПА в Австрии. И она делала вот эти крема. Не на продажу, только ну для именно эксклюзивно. А вот где она? И так всем понравились они, что она стала их продавать. Это я, девочки, привет. И вот сейчас мы ее найдем. Это вот перекончик мой любимый. Слушай, какая кожа напитанная. Какой хороший мужчина. Какой молодец. Умный. Зан Кауфман в этой Мекке нету почему-то. Есть вот Кит Бьорк, покажу вам цены. Есть пьяный слоник. Хороший. Отвезла Вику и припарковалась тут вот такой залив. Я не знаю, показывала я его вам раньше во влогах или нет. Но вот решила еще раз показать. Здесь такие яхты. Причал, ходит кораблик до центра. Можно ездить. Очень красивый парк. Ой-ой-ой. Вот там вот красивые дома. Сейчас я с вами пройдусь до водички и потом на пляж сходим. Тут небольшой пляж. Летом здесь даже купаются люди. Такие вот маленькие лодочки стоят. Так пахнет. Пахнет прям водичкой, рыбкой, свежестью, солью пахнет. Вот так сегодня у нас такой хороший денек, солнечный. Вот такая вот красота. Пойдемте до пляжа.
я вот буквально вышла с ключами, чтобы с вами здесь прогуляться. Без сумки. Вот в такой я сегодня куртке. Сегодня вообще тепло. Вообще зима была в этом году вообще никакая. Теплая. Даже не мерзли. Но потому что мы в новой квартире очень тепло. А когда мы раньше жили, в предыдущих, было очень холодно. Давайте посмотрим. Причал сходим. Ну, сейчас по расписанию, видимо, ничего нету. Вот такой причал. Люди из этого района очень часто, я знаю, многие, кто здесь живет, по утрам ездят вот так на работу. На кораблик садятся и едут на работу, если работают в центре. Это очень удобно и романтично, красиво. Ну, когда дождя нет. Я помню, мы когда были в Гонконге, вот здесь вы билетики берете или продлеваете на свой Apple Card. И потом вот так проходите уже туда. Я помню, мы когда в Гонконге были, мы жили на острове Лама, а в Гонконг ездили на пароме. Вот тут кафешка. А в Гонконг ездили на пароме, было очень здорово. Каждый день ездить на корабле. Вот такой берег небольшой. Там вот домики красивые. Люди живут. Вода сегодня грязная. Там каких-то водорослей прибило. А обычно здесь, когда чистая вода, с детишками люди приходят, устраивают пикники. Здесь так приятно посидеть. Можно на скамейке посидеть, можно прям на песочке. Ну все. Еще раз покажу вам вид. Вон кораблик поехал. Вот такой кораблик, и на нем катаешься по Сиднею. Пойду назад к машине. Дальше делать свои дела. Дорви. Да, ухожу мальчику. Она ни на что не пригодится. Я же не люблю крем для рук Лилаба. Ой. Я видео снимаю. Не крем для рук. Что мы будем делать? Сашими. Сашими? Окей. Ням-ням-ням. Вот косточка. Морем пахнет. Ничего, что я тут вам мешаю. Ну что, стейк я делаю, да? Сделай сначала стейк, да. Что? Сашими? И сашими вот еще один кусочек. Я их запеку, да? Запеку их с вот помидорками маленькими, да? Угу. С травками, да? Угу. Мне не все косточки. Не все? О. Дать пинцет? Большой есть? Нет, есть только для бровей. Такие или пошире? Такие, мне кажется, хорошо. Но можно мне один раз порезать? Пошире. Отлично, молодец. Вот там косточка была. Ну вот, мы сделали стейки. Что, Тима, ты добавил лимон? Я потом все равно, конечно, их вытащу из этого маринада, так что семечек не будет, не беспокойтесь. Немножечко розового вина
то я сейчас ее замариную. Немножко. Ну, тем много же у нас стейков. Табаско. Вот такой зелененький. А можно мне? Да. Еще? Ну, давай. Скажи, когда стоп. Стоп. Ну, давай еще. Стоп. Так, дальше соль. Немного соли я не люблю вообще. Чтобы было соленое. Тима, чтобы было соленое, я лучше потом сам, кому не хватает, посолить. Тимочка, сделай вот такой перец. Я скажу, когда стоп. Угу, стоп. 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 Руки у меня чистые, и потом я просто вот так вот рукой все это глажу. Какая хорошая рыбка. У тебя, Марин, руки горят, но больно из-за табаска. Из-за табаска нет, мне не больно руки. Вот так. Вот смотрите, здесь освещение электрическое, конечно, оно не самое такое лучшее. Но тон очень хороший, даже с шеей очень хорошо работает. Мне нравится. Дальше я нанесу пудру немножко. Я, знаете, вот эта пудра Givenchy Prism Libre, вот эта вот, у меня в оттенке она Tender Sun. Она, конечно, темноватая, но мне нравится ею пользоваться как бронзером. Такой вот кисточкой. И вот буквально вот только на выступающий, ну не выступающий, а как, ну куда вот вы бронзер накладываете, слегка ее вот так на шею. Свет, конечно, в ванной не алё. Такие у меня мешки, но это все потому, что вот падает свет прям. Так у меня мешков нету, синяков. Ни синяков, ни мешков, все хорошо. Так, вот так вот слегка просто подчеркнули вашу, естественно, красоту. Яркие. Как я их делаю? На пальце. И вот так вот вбиваю. Так они максимально натурально смотрятся. И не буду сегодня делать свой фирменный носик загорелый. Положу румяна повыше, вот как бы, и буду вытягивать их туда, вот, к вискам. Будет немножечко сегодня такой другой образ, другой макияж, другие румяна. Так. Нос не буду вообще трогать. Не буду трогать нос. Угу. Сейчас делаю себе стрелки. Я люблю именно эту подводку больше всех на свете. Ну, ей очень удобно. Ей очень удобно работать. Раз, два. И готово. Выводим. Все. Один глаз готов. Такая вот будет сегодня вытянутая стрелочка. И сейчас быстренько нарисую вторую стрелочку, там уже мои мальчики пришли. Вторую стрелку рисую так же, как и первую. Начинаю слегка отсюда, прокрашиваю, ставлю сюда. Оп. Чуть-чуть вытянули. И вот так вот ее потом. Оп. Опускаем. Все. Все. Мои стрелки на сегодня готовы. Вот такие вот стрелочки. Это немножечко такая жирненькая получилась. Надо ее. Вот так. Получился такой макияж глаз. А помада? Помада не знаю даже. Наверное, я сделаю сегодня красную. Ставлю галочку и потом уже рисую дальше наши
И не буду слишком ярко делать. Сейчас пройдусь немножко кистью. Кисть у меня. Выровняли контур. Волосы распущу. И немножечко вот так. И на щеки. Чтобы у нас сравнялся наш цвет. Цвет на глазах, цвет на щеках. На нос все-таки поставила. Ну все, вот такой получился у меня макияж. Не знаю, заберу волосы или оставлю. Наверное, все-таки оставлю. Редко хожу с длинными волосами, а надо. Все, так вот получилось. Такой вот мини-влог. И фоном у нас скейтбордист. Служебный роман, естественно. Это очень хороший город. Вот такая красивая тут мимоза. Знаете, сколько она уже стоит? Мне кажется, недели две. А может быть и больше. И все еще пахнет, ну немножко подвяло, но все равно все еще красиво. И покажу вам, ну, закуски, что мы сделали. Оливье таких маленьких тарелочках. Самое красивенькое. Такое вот маленькое оливье. Вот шампанское, устрицы, тут такой острый соус. Лимончик. Соевый соус, табаско и лимон, и уксус бальзамический. И лед. Лед это чтобы они... Не, я положу туда. Да? Окей. Табаско еще, если кому не хватит. Сыр, орешки, крекеры. И вот Алексей делает сашими. Сашими их можно так есть, а можно макать. Тима любит соевым соусом, а можно макать вот в тот соус острый. Вот, вот, понимаете? Когда друзья приходят с едой. А теперь к нам пришла кошка. Ням-ням. Ты она сделал? Хорошая, и вот это надо теперь как-то все туда разместить. Она просто разлюбилась. Но это закуски, а уже кушать будем за столом. А тут обычно все просто тусуются, пьют. Не сидят, короче. Моя любовь устрицы. Моя любовь шампанское. I'm happy, I'm less afraid.